Fă astăzi ceva pentru care îți vei mulțumi mâine. Sub această deviză au mers și elevii liceului din localitatea Corten în cadrul campaniei Sportul începe din școală. Astăzi le-am adus o masă de tenis și echipament sportiv. Очень ждали. Мы были рады, что вы выбрали нас в качестве доставки так за спортивного инвентаря для нашей школы, потому что у нас уже все старое, советских времен еще и ничего почти не обновляется, потому что все требует денег. А естественно, у школы денег нету, так скажем. Но мы были рады, что есть такая возможность поучаствовать и надеялись, конечно, что мы пройдем. Но все-таки было сомнение, вдруг не получится. Но когда получили уже достоверную информацию, что мы действительно прошли, конечно, все были рады. Если что-то новенькое, мы сразу по группам, по классам скидываем, и дети всегда реагируют. Тем более в таком случае все оперативно среагировали. Знаете, этот был момент очень одновременно и радостным, и тревожным для нас, потому что в протяжении многих лет, я бы сказал, даже около 10-15 лет, наша школа не располагала такого рода хорошим спортивным оборудованием, и мы не имели возможности для того, чтобы полноценно заниматься этой прекрасной игрой. Нам приходилось идти в другие кружки, в другие места и играть теннис там. Но сейчас, когда у нас есть вот этот прекрасный стол, у нас есть возможность заниматься теннисом, развиваться, играть и заниматься тем, чем мы любим, именно здесь, в нашей школе, и не искать никакие другие места. Я вот занимаюсь волейболом из-за того, что у нас не было мячей, оборудования, спортзала, мы не смогли заниматься целый год. Но из-за того, что мы выиграли в проекте, будем начинать заниматься. От наших прошлых столов, которые были сделаны, грубо говоря, из ДВП, он отскакивал куда-то непонятную сторону. Но теперь тут ровное покрытие, тут хорошие шары, ракетка хорошая, и у нас есть возможность заниматься теннисом себе в удовольствие, а не мучиться с этими настройками. У нас есть канат, но он старый. Он уже весь расползся, и сложно по нему лазить. Поэтому мы посчитали нужным, что если будет такая возможность его получить в новом виде, да, то неплохо было бы. Vă îndemn în continuare să fiți activ pe pagina de Facebook ASICS Campania Sportul începe din școală pentru a beneficia în continuare de echipament sportiv.